Побег из Шоушенка, дагестанская версия. Шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии в Шамхале. Инцидент произошел в исправительном учреждении номер 2, расположенном в поселке городского типа. По имеющимся данным, осужденные готовились к побегу целый год. Для их розыска поднят личный состав силовых ведомств, выставлены временные розыскные посты и разосланы ориентировки. В ведомстве отмечают, что сбежавшие были осуждены на разные сроки, в основном делительные. Порядка 10-14 лет. Четверо из них сидели за преступления в сфере оборота наркотиков, еще двое – за убийство.